Здорово-здорово, дорогие подписчики, по-прежнему с вами Диман, и сегодня мы продолжаем играть на Black Rush. И, ребята, сегодня мы посмотрим на секретные способы заработка, согласно которым ты сможешь заработать не 1 миллиончик за первый же час. Обязательно досмотрю ролик до конца, и тогда ты станешь миллионером, как и мой аккаунт. А также не забывай указывать мой промокодик в укладочке хэштег промо. И вот сюда тебе нужно будет активировать промокод AddDimk и вот таким образом нажать ввести и скопировать это окошечко себе на телефон и отправить мне во ВКонтакте получить бонус от рубля до лямчика на ход ноги. Так сказать, уже первые бабки у тебя будут на аккаунте. Друзья мои, не забудьте поучаствовать в конкурсе на 3000 донат валюты. Как и этот парнишка, вы сможете выиграть, как это сделал он в прошлом конкурсе. Для этого вам потребуется поставить лайк, подписаться на канал и написать как можно больше комментариев со словами «Участвую». В таком случае вы уже, возможно, победите и заберете свои 3000. Первостепенно, если, допустим, вы новичок, давайте-ка представим, появились на вокзале. Что же вам нужно делать? Первым делом подбегайте к дяде Михалычу, поговорите с ним, пройдите все обучение, ну и, конечно же, ребята, выполните квесты. Как видите, дядя Михалыч нас сразу же отправляет на шахту работать. Ну, в общем-то, квесты, ребята, вы можете почитать, ознакомиться, вот они, все вот здесь. А выполняя каждый из этих квестов, вы качаете своего персонажа, зарабатываете свои первые деньги и, в принципе, соточку на карманчик сразу же вы поднимаете. А также третий левел. Третий левел очень важен, потому что далее мы отправляемся в одно классное место. А именно, ребята, в казино. Исключительно здесь, с третьего левела, мы сможем поднять свой лямчик буквально за час. Но преждевременно мы туда не идем. Мы, главное сейчас, давайте-ка откроем, во-первых, донат и посмотрим. У нас есть еще, ребята, Black Pass. Выполняя задание которого, вы качаете своего персонажа. Тут задания достаточно простые. Просто поработать в шахте там или что-то сделать. В общем-то, выполняя его, вы получаете бабки, скины, тачки абсолютно бесплатно. И, так сказать, все это можно потом продать и перевести также в валюту. В общем-то, Black Pass я рекомендую покупать сразу же премиум Deluxe и, соответственно, зарабатывать на этом. Ну, а также, ребята, работать крупье. Да, вы должны будете найти хозяина казино. Видите, вот эти ребята работают как раз-таки крупье. Поговорите, где же они нашли хозяина, или если у вас получится, найдите его сами. И работайте на вот этих вот как раз таки столиках. На этих столиках крупье получает по 5% с каждого, кто начинает играть. Соответственно, здесь у нас, как видите, ставка 1 миллион. И того у нас играет 5 человек. И получается, что крупье получает с каждого по 5%. А это говорит о том, что примерно 25 тысяч вы зарабатываете исключительно вот здесь. И отправимся смотреть на дальнейшие способы заработка. Ну а на именно крупье можно поднять за буквально часик, как я уже сказал, вообще спокойно 1 миллион рублей. Далее, ребята, вам потребуется забежать на аукционы. Как видите, здесь очень мало народа, мало людей вообще сюда прибегают. Но именно на аукционе, если мы посмотрим, есть, конечно же, очень интересные, допустим, те же номера, которые ставка 5300 стоит очень дешево, хотя их стоимость доходит до 60 тысяч. То есть, грубо говоря, вы покупаете за 5000, продаете за 60. Соответственно, а также вы можете выловить какие-то дома, быть может, квартиры или машины, там какие-то аксессуары, все это по дешевке, по дешману, потому что, ребята, никто за этим не следит. И перепродать уже на сторонних площадках намного дороже. Далее, ребята, вы можете забежать в ГИБДД, отметив его по GPS-у, выбрать, допустим, русские номера и вуаля, выкупить номер. Допустим, этот номер у нас стоит 60 тысяч. Вы оплачиваете всего 5 тысяч и забираете номер на 55 тысяч дороже. Опять-таки, его реализовать достаточно сложно, но есть очень интересный лайфхак. А именно, ребята, объединить несколько способов заработка и забежать в автосалон подержанных авто. Смотрите, здесь много машин, которые вообще без номеров. И некоторые машины стоят достаточно дешево, потому что ребятам нужны срочно деньги. Соответственно, сбивая цену до минимально возможной, вы покупаете эту машину, вешаете, допустим, номера, накидываете за это как раз-таки 60 тысяч сверху и продаете тачку по высоте рынка. Таким образом, здесь можно примерно за день поднимать около ляма на низком классе, потом переходить на средний класс, поднимать порядка 3 миллионов и уже на высокий класс, покупая там Бугатти, Ламборгини, Феррари и зарабатывая на этом порядка 5, а то и 10 лямов сверху за день. Также рекомендую забегать в информационные центры и иногда посматривать информацию о домах. Квартиры, гаражи не рекомендую вообще смотреть. И вот, допустим, на домах вы можете выловить какой-то дом, который слетит чисто потому,
что его забыли проплатить. Чувак улетел в бан или же просто куда-то уехал отдыхать. Соответственно, вы нажимаете информацию о домах, выбираете отметить на карте за 300 рублей и отправляетесь по этой меточке. Давайте представим, что вот этот дом у нас продается по госстоимости за 300 тысяч. Стоимость его на самом деле доходит до ляма, а то и полтора, как раз таки потому, что он находится в Корякино, достаточно неплохом таком месте, где ликвидность домов завышена. Соответственно, вы покупаете вот этот дом, заходите на эту меточку, дожидаетесь рестарта сервера, выходите прямо на этой меточке из игры, сервер перезапускается, заходите по отпечатку пальца и резко, быстро, дерзко покупаете данный дом. И сразу же после можете его быстренько продать на лямчик дороже. Ну а также это действует и с домами, допустим, в Егоровке и других районов, где дома очень сильно ценятся. Таким образом, за день вы можете, если вы ловите дом, поднять несколько лямов. Ну, значит, ребята, это были все способы заработка, которыми вам необходимо будет пользоваться для того, чтобы поднимать свой баланс. На этом все. Не забывайте подписываться на канал. Всем удачки и пока-пока!